Артем Дюпри. Вот он холод. Оу. Как же это было жестко! А у Дюпри был смог, он мог бы даже не выходить на контакт, но он решил выйти и сыграл. Фэр тем временем уничтожает девайса, но Дюпри в спине! И Фэр все-таки погибает на апленте, но при этом всем болт с перетяжки с Бэплен. Да, полностью просчитан, Дюпри, трипл килл. Кидывает флешку своим тиммейтам, чтобы те могли выйти из коннектора. Фоллен работает. Здесь также делает минус по Зипниксу. Фоллен ждет своего оппонента со всех сторон. Его накрывает огнем. Болт ассистирует своим тиммейтом. Фоллен достает нож, начинает убивать. Но и Вайт он не успевает ранить, пустить эту бомбу. Какой же отец Фоллен. Три минуса. Важнейший раунд. Теперь вопрос у меня в том, что будет делать СК. Конечно же, контр скидки полетели. Колзер убивает еще и Глейва. Выход от Астралис. Молотов под болтса. И девайс, как же жмет! Как же он красиво мог сыграть! Его не ожидали из этого смока, но все равно просмотрел. Потом болтс, еще и Дюпри остался живых, но его тоже песенка спета. Колзера, квадрокилл. Фоллен выносит Зипикса из этого уравнения. Девайс пытается мансовать за ящиками. В конце концов, Фолл спасает Фоллена! Колдзера, как же он засейвил своего тиммейта и делает заключительный фраг! Ой-ой-ой-ой, это Джокер для команды Virtus.pro в этом раунде. Бомба уже тикает, потому что есть один набор дефузов от французской команды. И Паше Бисбесу уже нужно врываться. Шорк за дальний, там пытается забрать, хоть кого-то не получается. Таз вместе бьет, и это фраги от Таза, пока что он уничтожает команду. G2 и Кенни последний тоже от Таза. Это просто минус 4 от Виктора Войтеса. Эта тактика не сработает, он шел на флэр. Дубикей, просто коннектор выходит, у него смока не хватило. Ребята, Александр Virtus.pro. Нео раскатывает одного, раскатывает второго. Нео делает три минуса подряд. Вади на размене, 5 секунд до конца этого раунда. Паша обрывается, нужно убить бомбера. И, возможно, этого не получится. Паша! Также минус по Вади, залетает в Кенни. Последняя попытка выхода под флешку. Замечает, хотя бы вот одного соперника будет не попадать. Паша Бисер! Очередной минус, и это хэтрик. 2-3 ситуация для Снакса вместе с Пашей Бицепсом. Паша! Минус по Бади, также можно войти в Токсик и дальше там работать в перекрестном огне с Снаксом. Тут классная позиция, на самом деле, у команды Virtus.pro. Но у Кенни есть еще позиция, опять же таки, есть дефузы, Шокс раскидывает. Крутой выход у нас будет через длинный, и Паша Бицепс забирает оппонента, как же еще одного Паша! Снакс наказывает Дамикс, а уже через пристройку Паша Бицепс снова на супер-близкой дистанции делает скиллы. И это 1-1, НБКей против Паши Бицепса. Смотрим, Паша подбирает плен, 15 секунд, и все-таки НБКей, как же четко. Бомба поставлена от Ази, уже известно, он будет вводить через 0, а там выход просто от противника, но и все под контролем. Яли на мейне, во всяком случае, Шокс падает, у нас уже 2 на 2 ситуация, господи, неужели это у них получится? Апекс еще красный отлетает у нас паде, Апекс, 6 хп, это минус от Таза! Флешечка от Яли, по-моему, прилетела прям в глаза Нео, и, собственно, из-за этого Нео не смог никого на камере забрать. Это просто шашлык от Нео! Полетел у нас смог на свет, там будет орудовать дальше Нео через 90, полетел у нас еще один смог, опять-таки 90, будет рубан Нео! Что это вообще было против Апекса? Но дело в том, что позиция такая закрытая, по флешке, возможно, будет выходить против соперников. Слепущий подобрает Шокса. Ой-ой-ой, Паша Бисс пытается выйти. Да, это будет попытка от Шокса все-таки подключить раунд. Господи, вон там, 1-1 ситуация, 48 кв. Остается у нас игрока команды. Житу и спорт, это выход. Шок! Делают все очень грамотно Virtus.pro. Эти флешки большие пески, знак, начинает действовать. Тем временем Шок неплохо жмет на борту. Делает капитан команды трипл килл. И Паша Бисс 25.